На территории городского округа Красногорск 14, 21 и 28 апреля пройдут субботники. Помочь с весенней уборкой дворов, парков, скверов может каждый. Мы приглашаем всех горожан принять участие в субботниках. Это сложившаяся традиция еще с советских времен. Нас ожидает масштабное наведение порядка по всему Красногорску. Совместными усилиями мы сделаем округ чище. Первый в этом году масштабный субботник состоится в лесопарковой зоне за жилым комплексом «Изумрудные холмы». Предстоит уборка мусора, веток и листвы. В этот же день жители могут поддержать акцию и навести чистоту в своих дворах. Коммунальные службы и управляющие компании в округе займутся очисткой городских территорий, восстановлением детских и спортивных площадок. Будут окрашены деревья, заборы и бордюры.